Всем привет, ребята! Сегодня уже 12 сентября, и пора бы уже снять Back to School, подумала я, но ведь это будет не Back to School, потому что это Back to College! Я закончила американскую школу, 12 класс, в этом году, в 2019, в июне. У меня тут даже, кстати, дипломчик имеется. Я сама на самом деле не верю в то, что я вообще закончила американскую школу. Но самое главное, что я поступила в community college. Community college — это то же самое, что колледж в России или, можно сказать, техникум, наверное. Но вы сами видите, какая огромная разница между ними. Это не высшее образование, но после я планирую перевестись в высшее учебное заведение на третий курс. Так что на данный момент я хочу просто рассказать вам о системе. Изначально, когда ты начинаешь только обучение в колледже, ты регистрируешься туда, это несложно, берут почти всех, очень много учеников обучается там, свыше 20 тысяч учеников в год обучаются в моем колледже, который называется Miramar Community College. Если вы погуглите название, вы можете посмотреть картинки, как он выглядит и все такое. Как проходит регистрация? Ты начинаешь регистрироваться, то есть подаешь все сведения о себе, где ты живешь, какой у тебя income, то есть сколько твоя семья зарабатывает, и в дальнейшем узнаешь, сколько будет это стоить. Цена абсолютно разная, так что про цены я говорить здесь не буду. Если вам интересно что-то, то обязательно спросите меня лично в комментариях или в Инстаграме, на ссылке на которые есть в описании. Там я, кстати, еще больше рассказываю об американской жизни. Я записалась туда, все прошло хорошо, это довольно легко, все делается полностью онлайн. Потом в дальнейшем ты ждешь свои даты регистрации и начинаешь потихонечку выбирать классы. То есть пока идет, подходит эта дата ближе, ты уже представляешь, что ты хочешь взять. Здесь нету факультетов. То есть у тебя есть план в голове, я хочу быть там, допустим, пример на медсестрой. Я хочу быть медсестрой, учить биологию, химию, вот это вот все. То есть я знаю, что мне надо будет взять, 100% мне надо будет взять какой-то английский, потому что это обязательный курс, какую-то математику, потому что это обязательные предметы. И, конечно же, профильные предметы, такие как химия, биология, там определенный уровень математики. В общем, всего этого мне надо будет достичь. С этим тебе помогают с выбором твои канцлеры. Канцлеры — это люди, которые советуют, помогают, ты можешь с ними встретиться, все разузнать, проставить свой план по пунктам. Либо же просто самостоятельно все это сделать. На сайте это несложно, все описание каждого курса есть на сайтах. В самом колледже представлено невероятное количество классов различных, начиная от авиастроения, заканчивая там инжинирингом, в общем, компьютер сайенс, биология, химия, математика, экономика, в общем, просто на любой вкус, архитектурный, в общем, я не знаю, это, то есть это не однонаправленный такой колледж или техникум, как у нас в России. А ты выбираешь свое расписание отдельно по каждому классу. Например, то, что сделала я. Я взяла английский, математику, экономику и психологию. Все эти четыре предмета входят в выбор для базы. То есть тебе обязательно нужно закончить какую-то базу, чтобы закончить сам колледж, и закончить какие-то профильные предметы, чтобы получить либо какую-то степень, либо поступить дальше, перевестись в университет. Я еще не решила, что делать с этой жизнью в своем непростом или простом, не знаю, пути. Я пока что взяла экономику и уже посмотрю, как это все будет идти. Как это все проходит? Ты идешь на сайт, тебе написаны все классы, которые есть. Время, дни, учителя. Ты... Что делала я? Мне кажется, это просто очень помогло. Я гуглила отдельно каждого учителя. То есть есть специальные сайты, называются типа как Rate My Professor. И там в основном, основная часть учителей, профессоров есть на сайте. То есть там написаны отзывы, насколько сложный предмет, насколько сложно оценивают... дают оценки детям эти профессора, насколько они приятные и все такое. Я пыталась выбрать самого классного профессора для каждого предмета. Также я пыталась выбрать определенное время и дни недели, конечно же, чтобы мне все успевать. Это было очень сложно, как я вам скажу, после школы, где тебе диктуют все, что тебе нужно делать по дням, по расписаниям, по урокам, по времени, по переменам.
А здесь ты сам себе составляешь, когда ты будешь делать перерыв, когда у тебя будет ланч, когда у тебя будет какой урок, по сколько часов, сколько раз в неделю. Это все очень сложно. Мне было... Я была просто взволнована дико. Ну, в общем, какое-то расписание я себе выбрала, и я себе взяла утренние классы, чтобы как бы не сильно шокировался мой организм, учась по вечерам, потому что я привыкла учиться в школе 12 лет, извините, по утрам. Я оставила себе все утренние классы, и у меня так получилось, что с понедельника по четверг у меня есть по 2 урока каждый день, между ними где-то 2 часа перерыва, в которые я делаю домашнюю работу, учусь, иду в библиотеку. Это, кстати, абсолютно отдельная тема. Кампус колледжа большой, красивый, прекрасный, мне очень там уютно, нравится. Легко пользоваться Wi-Fi, компьютерами, принтерами, 3D-принтерами, вообще всем, что можно. Библиотека, огромная библиотека есть. Также, что я вам хочу рассказать, это просто находка, это потрясающее место. У нас есть Math Lab, это то, что они открыли в этом году. Ты туда можешь приходить и делать домашнюю работу по математике. То есть это просто место, большое место, где есть конференц, маленькие залы, и есть также компьютеры, за которыми ты просто сидишь и работаешь над своими делами. Если тебе что-то непонятно, ты ставишь вот такой вот колпачочек на компьютер, к тебе подходит специальный тьютор и все объясняет. И вы понимаете, там эти тьюторы находятся с 10 утра до 8 вечера. 24/7, можно сказать. Ты просто приходишь, и тебе помогают с математикой. Не знаю, мне кажется, это просто гениальное решение, это просто нереально классно. И все вот свои перемены я в основном нахожусь там, потому что математика — это довольно сложный предмет. Кстати, если вы заметили в моем расписании, математика длится у меня 2,5 часа, один как бы класс, 2,5 часа. Не знаю, как для России, по российским меркам, но для меня это много. Как бы математика, я очень сильно устаю, и это все так быстро гонят, потому что всего лишь есть очень маленький промежуток времени, получается, и нам все надо закончить, весь курс за полгода, за один семестр, что это происходит очень быстро, я даже не замечаю. И, в общем, нереальное количество часов приходится работать самостоятельно с тьюторами в Math Lab, в библиотеке, чтобы понять и профильтровать всю эту информацию, которую тебе дает профессор на уроках. Не знаю, мне очень нравится атмосфера в колледже, мне прям нравится там находиться. У меня нету никакого напряжения, как в школе. В школе меня постоянно все напрягало, учителя, дети, все вот это вот все просто нереально тяжело давалось мне. Даже в России мне было сложно, я прям... Какой-то груз висел. А сейчас мне так легко, так хорошо. Я сама за себя ответственна. Я езжу сама, я питаюсь сама, я расписание выбираю сама. Хочу делаю, хочу не делаю. Учу то, учу это. В общем, полностью самостоятельная жизнь. И мне это безумно нравится. Это было немножко о системе образования в целом. О том, как ты выбираешь классы. Естественно, за каждый класс ты платишь, кстати говоря. Если вам интересно об этом, то дайте мне знать. Может быть, в следующих видео я объясню поподробнее. Также про атмосферу. У меня есть просто много эмоций, много чувств, что вам рассказать. Но сейчас я хочу вам показать свою канцелярию. Банально. Но почему бы не показать? Потому что она мне очень классная. Значит, когда я зарегистрировалась в колледже, мне, конечно же, сделали вот такую вот ID-карточку, где моя фотография, мой студенческий номер, ID, в общем, то, что работает для покупок, там, я не знаю, для доказательства, что я есть. Также я оплатила парковку, в машине у меня висит такой небольшой permit, разрешение на парковку. Самое главное, что у меня есть, это вот такая вот папка. Она небольшая совсем, она уже у меня была и в школе. Посмотрите, какая она прекрасная, розовая, боже мой, это мне кажется супер нереально. Просто зацените. Я стараюсь вести ее более-менее аккуратно, и вы можете посмотреть, что здесь у меня есть. Первое — это to-do list, где у меня самые главные предметы, самые главные проекты, какие-то экзамены записаны. Вот также тут все разделено по схемам, по секциям. Английский первый. Здесь вот вы можете увидеть наше полностью расписание на весь семестр. Все, что мы прошли уже, можете приостановить, даже посмотреть темы. Также правила класса, все данные учителей. Мы пишем также эссе, мы будем писать различные. Также на английском мы каждый день читаем вот такие небольшие статьи. От где-то от 3 до 10-11 страниц.
каждый вечер мы читаем, и потом на следующем уроке пишем вот такие вот journals, которые 20 баллов нам дают, нам приносят. Они не очень строго оцениваются, это не эссе, это просто как бы в основном наше мнение, наша позиция. Очень интересные темы этих journals. Если вам интересно, я также могу про это рассказать в следующем видео. Дальше у меня идет математика. Как обычно здесь наш schedule, наше расписание на весь семестр, где прописаны экзамены, все домашние работы. Также syllabus, это правила разные и все такое. Посмотрите просто, сколько много я списала листов по математике, это просто жесть. Я не скажу, что это, конечно, сложная математика для России, это вообще, наверное, ничего, это как 11-10 класс. Но я не математический человек, к тому же я очень много пропустила в 10-11. Также вы можете видеть здесь секции из книжки. Эти секции я ношу по отдельности, чтобы не таскать полностью всю книгу, так как она не в обложке. Вот так вот она выглядит. Папочку эту я сама уже сделала. Вот такая она огромная, на самом деле очень тяжелая, очень много информации. Я особо ей даже не пользуюсь, потому что нам учительница сделала PowerPoint. И, в принципе, это не особо нужно, но если учиться самостоятельно, наверное, пригодится. За нее заплатила я тоже небольшие деньги, вам скажу. Также мы делаем каждый день по математике вот такие вот openers, которые оцениваются в 5 баллов. Просто небольшие такие проблемы для разогрева. Вот. И также нам дают квизы, которые оцениваются в 20 баллов. У меня скоро будет еще экзамен, но об этом попозже. Вот это экономика, также опять наш курс какой будет, из чего состоять, всякий demand, supply. Supply и demand — это спрос и предложение, разные графики. Мне безумно нравится экономика, как ее преподают в Америке. В России мне так, честно сказать, она не нравилась. Психология. По психологии у нас также много информации. Я просто пишу огромное количество notes, как вы видите. И также, конечно же, еще по психологии и по экономике у нас есть книжки. Вот так вот выглядят эти книжки. Психология довольно толстенькая. Я купила ее на Амазоне за где-то за 5-6 долларов. Поэтому она вся такая пожеванная. Не жалею, что купила, потому что учитель сказал, что это обязательно. И вот так вот она выглядит, в принципе, интересная, хорошая книга, которую я потом, скорее всего, перепродам. И вот так вот выглядит экономика, макроэкономика, первый курс. Я уже проходила это в школе, но взяла еще раз, так как такие правила в колледже. Вот так вот. Это, в принципе, все, что мне необходимо в колледже. И так как у меня есть как бы понедельник, в среду я ношу эти книжки, вторник, четверг я не ношу эти книжки, а когда ношу, я люблю их оставлять в машине, и просто каждую брать перед самим классом, чтобы не таскать эти тяжести. Так что, в принципе, в целом мне нужно только вот это, моя любимая папочка. Ну и, конечно же, мой пенал. Немного покажу, что у меня тут есть. Мой любимый калькулятор, который, кстати, из России, до сих пор жив, самый простейший. Никаких графиков, обычное вычитание, умножение, сложение. Линейка, которой я не пользуюсь, куча ручек, черные, синие, карандаши. Карандаши — это, кстати, самое важное, что нужно. И также хочу обратить ваше внимание, что здесь все пишут карандашами. Ластик обязательно необходим. Выделители, это уже все на ваше усмотрение. Я люблю все красиво оформлять, поэтому у меня все вот так вот. И это, в принципе, все, о чем я вам хотела рассказать, так, чтобы просто ввести вас в курс, что же происходит в моей жизни, где же я учусь и все такое. Я надеюсь, вам понравилось это видео и оно вас заинтересовало, потому что я очень смотрю вперед с энтузиазмом, чтобы снимать дальше видео о колледже, показывать вам сам кампус, показывать, так как я делаю домашнюю работу, и поподробнее рассказывать о предметах, об учителях, о моих впечатлениях, потому что, мне кажется, американский колледж — это нереальный experience, нереальный опыт, эмоции, и, в общем, мне кажется, это очень классно, я благодарна за свою жизнь, всему, что только можно.
И спасибо большое тебе за просмотр. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Ты поставишь пальчик вверх, напишешь комментарий и будешь ждать следующих еще более интересных видео. Вдохновляйся, вдохновляй. I'm so sorry.